Кто это было? Это был мой тренер. Что? Тренер? Да. Я собрал себе тренера, чтобы он тренировал меня, чтобы быть в форме. Он стрелял в нас. Он следит за мной и может напасть в любой момент. Но зачем? Чтобы быть всегда начеку. А если бы это был настоящий враг? Черт, опять замкнуло. Кажется, там что-то шевелится.